Всем приветики. Заказал себе из Китая такие переходники. Получается, со штекера адаптера питания на провода. Правда, я когда заказывал, думал, что там один, я не посмотрел, что там написано 5X, то есть 5 штук. У них, оказывается, 5 штук пришли в такой вот упаковочке, все же почтовый пакетик и вот простой пакетик, в котором они лежат, эти переходники. Вот, получается, так он выглядит, плюс-минус, и такие болтики, которые зажимают. И получается, можно очень легко сделать из... Ну, то есть, как это работает? Надевается на вот эту штуку. То есть, например, если нам нужен блок питания, подсоединить к какому-нибудь устройству. Либо нам нужно либо обрезать провод, и там будет два провода торчать, их... Получается, ты обрезаешь там два провода, ты их зачищаешь, делаешь такие вот штуки и подсоединяешь их. Но так как бы не очень, ну, то есть, получается, если нам потом обратно понадобится вот эта штука, нужно будет обрезанная припаивать там. А так не надо ничего обрезать, просто вот так присоединил, сюда провода прикрутил, пользуешься, не надо, отсоединил, все. То есть, удобно. Берешь вот отверточкой, ну, я уже открутил, просто один доставал, проверял, как оно. Так они изначально все закручены, вставляется туда вот просто. Проводок. Тут оно не влазит, надо открутить побольше. Вот, вставляется туда просто проводок. Вот, один вставили, зажимаем. Зажимаем, крутим, пока оно не зажмет. Вот сейчас уже, оно уже зажато. Так и второй провод. Вот берем, вставляем туда. А, блин, не зажал. Ладно, тогда сейчас зажмем. Ну, я запаузу, чтобы это недолго было. Ну вот, в общем-то, оно и уже я вставил туда проводки и просто болтиками поджал, все. Там получается такая пластинка, болтик крутишь, она поднимается. Закручиваешь, и она опускается туда. Вон оно все зажато. И дальше. Только у меня этот больше, чем надо. И хорошо, что я купил переходники. Одеваем сюда переходник. Ну, по идее, просто этот немножко внутри нестандартный. Здесь 2,5, 5,5, а внутри 2, наверное, должно быть 2,5. Вот. И все. И получается таким образом, ну обычно, ну просто этот такой нестандартный, обычно 2,5, оно сюда без переходников подходит. И мы просто вставляем в сеть, оно включается, и дальше, через благодаря такому переходнику, мы можем использовать провода, то есть таким вот образом почему-то подсоединять. То есть если, вот я заказал усилитель, то есть мне пришел, я заказал усилитель динамики, блок питания. Динамик пришел, блок питания пришел, переходники пришли, а усилитель еще не пришел. Дело в том, что усилители нужен блок питания, но там подключается не так вот, а проводами. И что я думал, так чтобы не обрезать, не портить блок питания, я купил себе как бы вот такой вот переходничок. Ну, в общем, переходничок со штекера на провода, как бы. Не вот. Осталось только дождаться усилителя, я продам, подключу, только это все и будет работать. А усилитель от блок, от этого, как от динамика, сейчас можно тоже проверить. Вот он уже усилитель для динамика, то есть довольно-таки серьезная техника. Я думаю, здесь уже не нужны будут никакие провода. Вот, оно и так подходит. Вот он такой серьезный блок. Подключается в сеть, а дальше... Вот этот штекер туда не подойдет, потому что на том усилителе нет разъема под такой штекер. Поэтому я купил такой разъем, а с него переход на провода. А для проводов там тоже вот такая штучка есть. Вот из платы торчит две штучки. То есть плата, из нее просто такая пластмасска торчит, беленькая. И в нее тоже так же вкручивается. Откручиваешь там болтики, вставляешь вот эти вот провода и закручиваешь. Вот. То есть удобная штука. Даже можно не только, вообще можно все что угодно запитать от любого такого вот устройства с таким вот переходником. Ну, с таким разъемом, вернее. То есть, благодаря этому переходнику можно на любой такой штекер, который подходит к нему, одеть и что угодно запитать. То есть, нам надо, например, на что-то, сколько это вольт,
подключили этот переходник, провода перекрутили или припаяли к тому, что мы хотим запитать, и через этот переходник просто надели на блок питания и подключили, все, оно работает. То есть максимально удобно, как бы такая штука классненькая. Вот, и с ее помощью я потом буду собирать устройство. Я вам покажу, какое устройство. Пока что я, ну, еще делаю тесты этого устройства, а потом, когда все сделаю, тогда покажу. Вот, как-то так. На этом все, всем покедова.